Так, ну ладно, ничего тут не пропустили. Опять мы ходим, мы не можем. Так, ладно, давайте идем. Я сквозь тебя прошел. Так, ну ладно, будем смотреть, что тут у нас есть. Так. Ага, интересно. Ну, опять зомбики. В принципе, они особых сложностей не вызывают, то есть. Я уже вижу там записку, что ли, ничего это такое. Ну, может быть. Well, I never put a gun to my head. No, of course not. Just quietly sank into a bottle. We can't all be perfect. It never affected my work. But hey, you read the IA report. You know I didn't report you because I was worried about your work, Sebastian. What else is there? We don't have time for this. I need my partner here. Да. I'm counting on you. Нужен напарник. Так. Фрагмент. Шикарно. Спичечки. Maybe. It's all symbols. Some kind of cult. Could be useful. Давай записываем все подряд. О, отлично, отлично. Так, смотрим, что у нас там. Класс. Все просто класс. Так, я слышу музыку. О, да, я слышу музыку. Это значит, здесь есть сохраниловка. Так. А, ну да, давайте вернемся. Кстати, зачем нам сохраниловка? Посмотрим, что... А, ну у нас ключ есть, так что давайте зайдем. Так. Читать ничего тут не надо. Мне вроде не надо. Сейчас, погоди, я тут в зеркало полюбуюсь. Так, отлично. Теперь мы вот таким вот образом здесь появляемся. Так, ну что, что у нас здесь? Давайте наугад, давайте вот эту верхнюю. Да, блин. Ну ладно. Круто. И, пожалуй, сколько у нас еще раз там? 11 тысяч. Кстати говоря, может быть, стоит и что-нибудь качнуть. Во-первых, это выносливость, наверное. Ну, посмотрим сейчас. Ага, вот так мы сделали. Так, и давай быстренько сейчас посмотрим, что у нас там. Фух, так, можно посмотреть там. Еще в дверях что-нибудь есть. Ну, ладно. А, максимальное здоровье. Так, а нужно ли нам это? Давайте посмотрим по оружию. Множитель урона, запасы, болты агонии, сила, лечение шприцами, максимальное ускорение. Плюс 2 секунды, либо качнем оружие. А что именно по оружию нам? Дробовички. А, ну давайте, знаете, что количество... Сейчас мы глянем. Так, это у нас в запасах для дробовичка. Нам нужно 15 тысяч. Максимальный запас. Охренеть. Гранаты не нужны, шприцы уже все. А спички! Вы посмотрите! 30 штук спичек можно докачать. Офигеть, куда так много-то? Что ж там дальше-то будет? Ладно, давайте. Ускорение долбанное качнем. 9000 надо, что, охренели, что ли, реально. Так, а по запасам у нас будет максимально 7 запас для пистолета. Для винтовки, либо для болтов. Не, давайте-ка, наверное, посмотрим по множителю урона. Плюс 20. Двадцатку дадут. Двадцатку. Ну, в принципе, можно. Все. А, у нас еще 1700, но нам это не надо, но...
Если только, смотрите, как качнуть для винтовки. Не, не пойдет. Спички можно, наверное, качнуть. Я ими особо не пользуюсь, но они дешевые, посмотрите. Очень дешевые. И особо, ну, не особо, а достаточно таки полезная вещь. Ну, пускай будет теперь у нас, я не знаю сколько. Не помню, 9 что ли, 10. Так, ну все, полюбовался, и давайте... Да что ты делаешь? Так, ну все, теперь валим. Куда? Нам сюда. Сюда нам надо. Hold on a minute. Let me climb up here and see if I can get a look ahead. You all right? Yeah. А чё, лестница на месте оказалась? Баг, что ли? Блин, ну нельзя, что ли, показать, что типа вот, мол, мы здесь. Это же Кейтман. I found. Seems to be in working condition. Mm-hmm. Go on ahead, I'll cover you. Но тебе больше шел топор. Ага. Find cover. They're shooting. А, стоп, нам надо его типа снять, да? Это легко. А, на нормально, чувак, справился. А давай бери. Так, и что у нас здесь? Угу. Ну ясно, короче. Нормально отстреливает там так. Да иду, иду, подожди. Кухрена. Так, дробовик. Блин, вот что я хотел качнуть-то, наверное. А, ну да, там, по-моему... А, ну не хватает, да. Копить будем, чё? Чё могу сказать? Копить, копить, еще раз копить. Пистолета мало, поскольку, ну, у нас много достаточно. Блин, дробовика максимум, да ладно. Блин. Ё-моё! Болты нужны, срочно. Твою дивизию. Куда мне идти-то, ёпта? Ой, промахнулся. А, не, не промахнулся, попал. Куда бежать-то? Блин, он здесь. Да ладно. Эй-эй-эй! Чё так? Блин, их несколько, что ли? Да ладно. Нет! Чё за фигня? Так, ладно, берем болты снова. Так и... Так.
твою дивизию. Электроболт. Давай. Дрень мне в пень. Что ж за ботва-то? Нет! Какого хрена это было? Давай, давай, давай. Быстрее, быстрее, пожалуйста. Так, еще раз. Берем вот эту штуку. Походу, его сейчас надо заморозить. Давай, выходи. Так. Да ёпта, А, снайперскую надо было. Скоро ты сдохнешь уже, а? Сейчас, походу, опять надо болты использовать. Да это что, не действует, что ли? Нет. Стоп. Слепляющие не действуют. Что делать? Какие использовать? Токсичные, взрывные. А чё? А, тот, наверное, чувак его замочил. Ну все, можно расслабиться. Так. Дробовичка нет. Ой, ну если пистолета нет, дробовик-то есть. Ну все, собираем, что тут у нас есть. Банка. Там я видел болт еще где-то далеко. Так, здесь у нас вот это. Здесь у нас дробовичок. Здесь у нас... Хорошо, что не выстрелил болтом. А, ну его, наверное, забрать можно потом. А что-то не взял. А, вот, все. Так, это мы перезарядили... Да, дробовик один остался. Ну, в смысле, там запас. Ну, валяется один всего. Патрончик, это что такое? А, это было даже нельзя было активировать. Так, ну что. В принципе, наверное, там все. Может, что-то пропустил. Так, здесь ничего. Так, что тут у нас... Ага, запрятали. Ну, смешно. Нормально так. Так, назад выходим. Так, ну, в принципе, несложно было, я вам скажу. Так. А снайперская у нас перезаряжена? Не перезаряжена. Значит, можно еще забрать. Это круто. На пистолет у нас по-прежнему по нулям. Замечательно просто. Что теперь делать? Единственное, дальний у нас осталось, так это снайперка. Все. То, что пистолет, почему я люблю? Потому что в нем обычно было всегда много патрон. Ну, то есть, в голову попал, ну все, молодцом. А сейчас все по-другому. Точнее, сейчас у меня их нет. Так, ну что, я все собрал. Ну, ладно. Так, а это что такое? Уолт. Записка с кладбища. Я пошел, Уолт, я пошел вызволять Донну. Я знаю, как попасть в волчье логово, так что я ее там не брошу. За мной не ходи. Позаботься о семье. Я приведу Донну. Дэниел. Давай.
Давай. Про коней. Что-то написано про коней. Отлично. Конечно, куда же еще? А зачем вниз? Там, блин, ну тупо, конечно. Там не тупик, в принципе. Там просто завален слегонца. Ну, опять мы здесь. Зачем нам сюда? У нас, в принципе, 8000 всего. Ключей этих нету. Ну ладно, давайте. Так, здесь мы ничего не можем забрать, я так понимаю, да? Да, здесь нету. Я имею в виду, там, может быть, что-то оставалось с того раза. А так, ну что, будем, я думаю, не будем пока 8000 тратить. Ну, смотрите, на что мы будем тратить? На дробовик. Ну что, смотрите, на дробовик. Нет. Шприцы у нас достатки. Кстати, давайте используем. Ну, что, у нас здоровья мало, половина даже. Здоровье качать, наверное, не будем пока. Так что давайте запас аптечек. Смотрите, нам пистолет дали какого-то хрена. Так, пистолет тоже не будем, наверное. Вот, ну... В принципе, кстати, давайте смастерим взрывной. Давайте сделаем. У нас 5 штук еще. Электро, крио, давайте смотрим, крио, ослепляющий, гарпун, огненный. Смотрите, либо мы делаем, давайте замораживающий, он классный реально. Он реально долго морозит их, так нормально. А взрывной это основной, естественно, лично для меня. Это такой классный болтик. Здесь ничего нет. Привет. Так. Новый чик. Не, перезапишемся. Да, принимаем. И давайте пока прервемся.